Всем привет, друзья! Меня очень часто спрашивали, можно ли заниматься спортом, когда болеешь. И так как я сам заболел, эта тема напросилась сама собой. Довольно долго медики всего мира спорили, вреден ли спорт при простуде, потому что когда вы болеете, организм и так ослаблен и борется с недугом, и какие тут еще физические нагрузки. Итак, как же влияет спорт на самочувствие, когда вы болеете? В конце 20 века североамериканские врачи попытались доказать, что физические нагрузки при простуде не только не повредят самочувствию простывшего человека, но даже и помогут организму справиться с заболеванием. Во время исследования группе добровольцев вводился через носовую полость вирус простуды, после чего у всех подопытных ожидаемо появлялся насморк. Через некоторое время, когда болезнь достигла максимума симптоматики, заболевших отправили проходить тест «Спорт при простуде» с помощью беговой дорожки. После чего исследователи зафиксировали, что на работу легких, а также на способность организма больного переносить физические нагрузки, простуда никак не повлияла. Казалось бы, какой положительный результат, однако у подобных исследований нашлось и немало критиков. Они утверждают, что врачи применяют в экспериментах слишком мягкий штамм вируса простуды, который практически не вызывает осложнений для здоровья. Тогда как в реальной жизни заболевшего человека атакуют вирусы разных типов, которые, во-первых, могут повредить легочную ткань и бронхи, а во-вторых, сердечно-сосудистую систему. А это значит, что если, например, рассматривать физические нагрузки не при простуде, а во время гриппа, то можно получить серьезные осложнения на сердце. Занимаясь спортом, заболевший человек перенагружает миокард. Грипп вызывает его воспаление. Другим серьезным возражением заокеанским исследователям является тот факт, что любая простуда замедляет анаболические процессы в мышцах, а физические нагрузки при простуде при замедленном анаболизме приведут к разрушению мышц. Не говоря уже про положительный эффект от тренировок, его просто не будет. Так стоит ли заниматься спортом при болезни? Нет, ребят, не стоит, потому что организм и так борется с вирусом, у него есть задача побороть недуг, а если вы еще будете заниматься спортом, что является своеобразным стрессом для организма, мощным стрессом, то представьте, как ему сложно будет работать с этим. Если вы заболели, то это для вас знак, что нужно немножко отдохнуть. Отдохните 3-4 дня, пока болезнь не пройдет, и потом продолжите тренировки. Желаю вам скорейшего выздоровления, если вы болеете. Если не болеете, просто удачи, чтобы вы не болели вообще, чтобы у вас иммунитет был крепкий. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, если оно вам, конечно, было полезно. И увидимся в следующем выпуске. Пока!